Документов и свидетельств тех событий практически не сохранилось. Фотографии, письма, телеграммы, приказы, сводки и донесения – почти все оказалось на дне Финского залива. История ослепла. Марта 1917 года мир облетела ошеломляющая новость. Русский император отрекся от престола. В России революция. В Кронштадте, главной базе Балтийского флота, матросы расстреливали адмиралов, капитанов, командиров кораблей и мичманов. В самый пик революции 3000 кронштадтских моряков захватили 2-миллионный Петроград и удерживали город до полной победы большевиков. Пройдет всего 4 года, и моряки Балтийского флота осознают, что власть в государстве рабочих и крестьян не принадлежит ни рабочим, ни крестьянам. В марте 1921 года мир снова услышит слово «Кронштадт». Зима 1921 года выдалась невероятно суровой. Казалось, так холодно в Петрограде не было никогда. Угля или керосина уже давно было не достать. Дрова же выдавали по разнарядке. Разжиться топливом можно было разве что при разборке деревянных домов. Гражданская война закончилась, но жизнь никак не налаживалась. С 1917 года в России не прекращался топливный кризис. К 21 году запасы угля были практически выработаны, а добыча его почти не велась. Главным средством передвижения по-прежнему оставался железнодорожный транспорт. Из-за нехватки угля для паровозных топок использовали дрова. При этом более 60% паровозов были неисправны. В результате средняя скорость движения по стране упала до 32 километров в сутки. В декабре-январе 2021 года в Петроград доставили лишь 10-15% дров, необходимых для выживания города. Большая часть предприятий была закрыта именно по причине отсутствия топлива. Сотни поездов с продовольствием не могли добраться до Петрограда, продукты в них постепенно портились. В городе еды было не достать. Пресекались любые попытки частной торговли. Чтобы добыть хоть немного продуктов, Наталье Константиновне пришлось нести на черный рынок свои серьги. Жена генерала Козловского не скопила фамильных драгоценностей. Все, что она могла отдать спекулянтам, это несколько украшений. Ее муж, бывший генерал царской армии Козловский, всегда держался в стороне от политики. После октября 1917 года он без колебаний перешел на сторону большевиков. Не из-за того, что разделял революционные идеи, а просто потому, что кто-то должен управлять страной. И вместе с двумя старшими сыновьями вступил в Красную армию. Генерал-майор, командующий артиллерией Александр Николаевич Козловский. Как и многие профессиональные военные, в ходе гражданской войны был привлечен большевиками как военный специалист. Из 200 тысяч офицеров бывшей императорской армии 75 тысяч служили у красных и 50 тысяч у белых. К 1920 году из 20 командующих Красной армии 17 в прошлом были царскими офицерами. Из 100 командармов – 82. Все начальники штабов дивизий, армии и фронтов также были из офицеров. На Балтийском флоте в 1921 году военные специалисты составляли 66% всего командного состава. Хотя отъезды на службу давно стали привычными,
Козловского не покидало дурное предчувствие. Он остро тревожился за родных, которые оставались в холодном Петрограде. И сегодня был с ними особенно ласков. За столом собралась вся семья. Старший сын Николай служил в артиллерийской академии. Константин и Дмитрий учились на военных курсах. Младший, Павел, еще не закончил школу. А 12-летняя Лиза, Люля, как ее называли домашние, вместе с мамой Натальей Константиновной преподавала в детском доме иностранные языки. Даже в эти дни, когда весь обед состоял из одной картофелины на человека, дочь умудрялась приберечь для отца в дорогу кусочек драгоценного сахара. Сам Александр Николаевич мечтал лишь об одном – спокойно дослужить последний год и выйти в отставку, чтобы уже не расставаться с любимой семьей. Но пока Козловскому предстояло отправиться на двухнедельное дежурство в Кронштадт, где он занимал должность начальника артиллерии. Кронштадт – морская крепость и база русского Балтийского флота, расположенная на острове Котлин в Финском заливе. Заложена Петром I в 1703 году. За 200 лет рядом с Кронштадтом были выстроены форты, расположенные на искусственных островах. Цепь этих укреплений, вооруженных мощными орудиями, полностью перекрывала водный путь из Балтийского моря к Петрограду. Добраться из Петрограда в крепость можно было только морем, либо по льду Финского залива зимой. Кронштадт находился в 25 километрах от Петрограда, а от границы с Финляндией в 1920 году его отделяли не более 10 километров. В начале 21 года Кронштадт был, пожалуй, самым безопасным местом в России. Пока во всей стране царил голод и бушевала гражданская война, крепость жила относительно мирно и исправно снабжалась всем необходимым. Матросы вели себя здесь не так, как в Петрограде. Заношенные бушлаты всегда были плотно застегнуты. Сапоги, пусть латанные, блестели. Матросы отдавали честь как положено, вытягивались в струнку. Здесь они прежде всего оставались людьми флотской службы, которые твердо знали, корабль, на котором нет порядка, обречен. Если в Петрограде по-прежнему не хватало продовольствия и топлива, то в Кронштадте имелись и продукты, и уголь. Служба на кораблях и в фортах велась исправно. В свободное от службы время матросы организованно сидели на лекциях по истории искусства, пели в хоре в Доме творчества и ходили в театр. Внешнее спокойствие было обманчивым. Чем большим количеством свободного времени располагали моряки, тем сильнее росло среди них идейное прошение. Все чаще собирались они, чтобы схлестнуться в политических спорах. Спорили и ругались до хрипоты, отстаивая свою точку зрения, которая редко совпадала с официальной. Наблюдатели от большевиков пытались контролировать ситуацию в Кронштадте. Все письма читали цензоры, а выход за пределы города был строго запрещен. Большевикам было чего опасаться. Революционные настроения всегда были популярны на флоте. Матросы часто выступали против. Не за, а против. Против чьих бы то ни было привилегий и против любой власти. До революции эти настроения подогревались еще и резкой социальной разницей между матросами, выходцами из крестьян, и офицерами, как правило, представителями бывшего дворянства. Как следствие, в Кронштадте вспыхивали восстания в 1905 и 1906 годах, затем в 1917. Матросы всегда были активными участниками революционных событий и всегда со своей правдой. Во время Октябрьской революции они боролись не столько за большевиков, сколько против временного правительства. В гражданскую сражались не за социалистическое государство, а против восстановления старых порядков. А теперь и нынешний большевистский режим воспринимали как предательство революционных идеалов. Многие матросы разделяли принципы анархизма.
Анархизм – политическое течение, отрицающее власть государства. Анархисты принимали активное участие в революции, и многие из них впоследствии примкнули к большевикам, став героями гражданской войны. Особой популярностью анархизм пользовался на флоте. Идея самоорганизации была близка и понятна вольнолюбивым матросам. Впоследствии ход кронштадтского восстания описал матрос Степан Максимович Петриченко. Его воспоминания не взгляд стороннего наблюдателя. В трагических событиях тех дней самому Петриченко было суждено сыграть решающую роль. Степан Петриченко родился в 1882 году, рос и учился в городе Александровске, ныне Запорожье. В 1913 году был призван на военную службу на линкор «Петропавловск», входивший в состав Балтийского флота. Вскоре стал старшим писарем на линкоре. Пользовался уважением у матросов всех рангов, как идейный революционер. Петриченко всегда был в центре матросской жизни. В октябре 17-го он, как и многие другие матросы, с воодушевлением воспринял идеи большевиков о всеобщем равенстве, о том, чтобы отдать заводы рабочим, а землю крестьянам. Совершая Октябрьскую революцию в 17-м году, труженики России возложили свои надежды на многообещавшую партию коммунистов. Российская коммунистическая партия большевиков. Понятие «большевики» возникло в 1903 году, когда сторонники Ленина получили большинство голосов на выборах в руководящие органы Российской социал-демократической партии, одной из самых многочисленных партий Российской империи. Их противников, набравших меньшее число голосов, называли меньшевиками. Большевики на тот момент стремились к свержению самодержавия и улучшению жизни рабочих. Своей конечной целью они видели построение в будущем мирового коммунизма, общества равенства и справедливости. Поэтому партию большевиков называли еще и коммунистической. В 1917 году им удалось взять власть в России в свои руки. Здесь, в благополучном и закрытом от внешнего мира Кронштадте, долгое время не знали о том, что происходит за пределами крепости. Поэтому верили большевистским комиссарам, которые убеждали моряков: жизнь в стране налаживается. Письма матросам от родных доходили редко, и половина строк была вымарана химическим карандашом. Работала военная цензура. Кронштадтцам объясняли, что такая конспирация нужна для борьбы с белогвардейскими шпионами. Страна находилась на военном положении с начала Первой мировой. Некоторые моряки не бывали дома с 1914 года. 7 лет. Теперь они требовали передышки. Спустя 3 года после революции командующий флотом был вынужден объявить отпуск каждому 10-му матросу и обещал в скором времени отпустить всех на 2 месяца домой. Степан Петриченко оказался в числе нескольких тысяч счастливчиков, получивших долгожданное увольнение. Он тут же отправился на родину, в Запорожье. То, что Петриченко там увидел, мигом его отрезвило. Равенство и справедливость оказались всего лишь звонкими лозунгами, за которыми скрывалась неприглядная правда. Прямыми врагами рабочего класса трудящихся докатились до того, что они объединились со всей нечистью, которая злобствует против первого советского государства, где господствует труд, где господствует рабочий класс. Выяснилось, что земельный надел, который получили крестьяне, принадлежит вовсе не им, а государству. И теперь вместо барина на селе появились комиссары с вооруженной охраной. В повседневный обиход вошло страшное слово «продразверстка».
Продразверстка – изъятие так называемых излишков всего, что производили крестьянские хозяйства, и прежде всего хлеба, на нужды армии и городского населения. Крестьяне сопротивлялись как могли. Начались убийства комиссаров и расстрелы крестьян, а затем бунты. Только за 1918 год в Центральной России произошло 245 крестьянских восстаний. Далее они охватили юго-восточные районы, Сибирь, Карелию, Кавказ и Среднюю Азию. Восставшие захватывали города и целые области, объявляя там свою власть. Непосредственное участие в армии Антонова в Тамбовской губернии принимало почти 200 тысяч человек. Повстанцы организовывались в целые армии с централизованным управлением, командирами, частями, знаками различия и родами войск. Против крестьянских армий были направлены десятки регулярных дивизий Красной армии. Самой известной повстанческой крестьянской армией времен Гражданской войны стали махновцы. Родина Степана Петриченко, Запорожье, стала центром восстания, которым руководил Нестор Махно, самый известный анархист в российской истории. Почти половина местных жителей ушла в его отряды. На протесты крестьян коммунисты ответили массовыми расстрелами, тюрьмами и концентрационными лагерями. Если крестьянин имеет трех сыновей, находящихся на службе в Красной армии, и один из них попытается побывать самовольно на родине для свидания с родными, то хозяйство такого крестьянина подвергается полному разграблению. Некоторые рассказывали, что отцы и матери проклинают своих сыновей за то, что они защищают эту шайку грабителей. Кронштадтские матросы, чьи семьи жили в Поволжье, на Дону и Урале, вернулись из отпуска в ярости и отчаянии. Из-за опустошительных набегов продотрядов начался голод, который выкашивал целые деревни. Многие даже не успели застать своих близких в живых. Часть матросов на свои корабли так и не вернулась. Для власти они стали врагами, которые предали революцию. Но Петриченко твердо решил, нужно обязательно возвратиться на корабль. Там матросы и пушки, сила, с которой будут считаться большевики во главе с Лениным. Ленин, Ульянов Владимир Ильич. Родился 22 апреля 1870 года. Профессиональный политик, теоретик коммунизма, создатель партии большевиков, инициатор, идеолог и вождь революции 1917 года. Первое лицо советского государства. Телеграмма. Срочно. Ленин Петроградскому совету. Крестьянские восстания, несомненно, являются только началом широкого мелкобуржуазного движения против пролетариата. Пролетарские массы в данный момент в таком состоянии, что и сами при дальнейшем ухудшении положения неизбежно выйдут из-под влияния компартии и даже могут выступить против советской власти. В конце февраля Кронштадт облетела тревожная новость. Месячный запас продовольствия, который должен был прийти в крепость из Петрограда, так и не был доставлен. Дежурный по крепости военспец Козловский понимал, пока матросы голодными не останутся, запасы еще есть. Но долго ли кронштадтцы готовы терпеть? Чтобы разъяснить ситуацию, Козловский потребовал соединить его со штабным начальством. А когда ему ответили, не сразу поверил в то, что услышал. Провиант доставят в лучшем случае завтра,
так как в Петрограде идут демонстрации рабочих и скоро будет введено военное положение. Дурные предчувствия Козловского начинали подтверждаться. Похоже, он оставил семью в очень недоброе время. Ленин не зря опасался того, что пролетарии вслед за крестьянами выступят против власти. Так и случилось. В Петрограде каждый день все новые заводы прекращают работу и включаются в общую забастовку. Рабочие возмущены сокращением пайков, а еще больше тем, что у партийных работников из-за специальных надбавок эти пайки в десятки раз больше. В 1921 году пайки населению выдавались по четырем категориям. Рабочие, занятые на вредном производстве и в горячих цехах, получали 2 фунта хлеба в день, целую буханку. Рабочие стратегически важных предприятий – 1,5 фунта хлеба в день. Просто рабочие и служащие, домашние хозяйки, кормившие 3 и более безработных членов семьи – 1 фунт хлеба в день, полбуханки. Ограниченное количество граждан, не занимающихся производственным трудом, полфунта хлеба в день, четверть буханки. Доставка продовольствия в некоторые дни не производилась совсем. На стихийных рынках за буханку хлеба отдавали фамильные драгоценности. Деньги окончательно обесценились. Если в июне 2020 года фунт хлеба стоил 370 рублей, то в феврале 2021 уже 1515. Сахар также подорожал в 4 раза и стоил 19 500 рублей за фунт. Покупательная способность рубля с 1913 года упала в 500 тысяч раз. 5 тысяч рублей 2021 года соответствовали одной довоенной копейке. Телеграммы из Петрограда и других городов становились одна тревожнее другой. Москва в Смольный. В Москве сокращен паёк на фабрике в Хамовниках. Рабочие прекратили работу. Толпа, общим числом до 3000 человек, направилась в хамовнические казармы с целью встретить поддержку со стороны красноармейцев. Москва, Кремль, Ленину. Сегодня толпа из нескольких тысяч забастовщиков прокатилась по Петрограду, обезоружила охрану и освободила арестантов городской гауптвахты, а затем была разогнана воинскими частями красных курсантов. Все это напоминало предреволюционный февраль 1917-го. Тогда, как и сейчас, стояла аномально холодная зима, и в городе не было хлеба. И демонстрации тоже поначалу успешно разгоняли. Только вместо красных курсантов это делали юнкера, воспитанники императорских военных училищ. За 4 года после революции население Петрограда сократилось с 2 300 000 человек до 700 000, более чем в 3 раза. Если в 17-м на заводах города работало 400 000 человек, то в 21-м – 89 000. Количество работающих заводов неуклонно сокращалось из-за нехватки топлива. 11 февраля 1921 года Петросовет принял решение закрыть 93 предприятия. Заседание самого совета заканчивалось в полной темноте. Прекратилась подача электричества. В Кремле хорошо понимали опасность большого восстания в Петрограде и делали все, чтобы его предотвратить. В городе объявили военное положение. Рабочих активистов увольняли, а некоторых вывозили из города или сажали под арест. В первую очередь арестовывали уличных демонстрантов и тех, кто критиковал власть на заводских митингах. В последние дни февраля за решеткой оказалось около 500 рабочих и представителей профсоюзов. При облавах были задержаны тысячи жителей города, многие из которых входили в оппозиционные партии и группы. В демонстрациях участвовали даже солдаты Петроградского гарнизона. Те воинские части, которые не вызывали доверия у власти, разоружили и заперли в казармах. Ходили слухи, что у солдат отобрали сапоги, чтобы они не могли выйти на улицы.
Власть тем временем пыталась задобрить бастующих. В Петроград ввезли специально закупленный американский уголь, исключительно на нужды рабочих. Шестого марта в Москве должен был открыться 10-й съезд коммунистической партии. То, что на нем собирались обсуждать, было строго засекречено. И известно только нескольким людям в партии и шифровальщикам-телеграфистам. К концу февраля 1921 года большевики явственно ощутили, что их власть висит на волоске. Ситуация накалялась. Из разных концов страны приходили сообщения о новых крестьянских выступлениях. Забастовки охватили не только Петроград, но и Москву, и другие промышленные центры. Многие в большевистском руководстве считали, что одним лишь усилением репрессий делу не поможешь. Чтобы сохранить власть, партийный курс необходимо менять, и менять кардинально. Поэтому на предстоящем съезде Ленин планировал принять новую экономическую политику. Ввести специальный продовольственный налог для крестьян взамен губительной продразверстки. Разрешить свободную торговлю. Передать некоторые предприятия в частные руки. Однако большевики не собирались объявлять о готовящихся реформах. Сначала партийные руководители должны согласовать на съезде свои позиции. Страну ждали большие перемены. Но нигде, ни в Петрограде, ни в Кронштадте, об этом не подозревали. Подвоз продовольствия в Кронштадт так и не был восстановлен. Случай небывалый. Флотские старожилы говорили, что такого не происходило с 1917 года. Как бы ни складывалась ситуация в стране, провизию сюда всегда доставляли вовремя. Да и вообще флот традиционно кормили наилучшим образом. Кронштадтцы не догадывались. Их обделили продуктами для того, чтобы снабдить другие города. О событиях в Петрограде матросы не знали ровным счетом ничего. Увольнения недавно были снова запрещены. А когда, наконец, сюда дошел слух, что в городе расстреливают рабочие демонстрации, матросы решили, что дальше оставаться в бездействии нельзя. События стали расти, как снежный ком после небольшого ЧП. Утром Козловский приказал арестовать пьяного матроса с линкора «Севастополь». Подобные эксцессы в Кронштадте были редкостью. Дух неповиновения уже носился в воздухе. И это беспокоило Козловского не меньше, чем судьба оставшейся в Петрограде семьи. Началось стихийное собрание. Матросы потребовали отпустить дебошира на поруки. Этим дело могло и кончиться. Но тут появился Петриченко и произнес речь о крестьянской войне и новой революции, теперь уже против большевиков. Степан Петриченко и его соратники открыто говорили матросам. Коммунисты не сделали жизнь крестьян и рабочих лучше. Они лишь принесли страдания и смерть семьям моряков. Волна возмущения поднялась по всей крепости. Партийных лекторов и комиссаров, направленных в Кронштадт большевиками, слушать уже не хотели и со свистом сгоняли с трибун. А идея создания общества, которое не нуждается в контроле, становилась все более и более популярной. Петриченко рассказывал матросам, как во время февральской революции 1917 года его линкор уже без офицеров на борту причалил к острову Нарген в Эстонии. Там, на острове, моряки создали государство, которое назвали Советской Республикой Матросов и Строителей. Гражданами этой республики стали экипаж линкора и несколько сотен эстонских крестьян. Матросы, почти все родом из деревень, охотно вели с крестьянами общее хозяйство. Два с лишним месяца население Наргена жило под защитой пушек линкора, не признавая никакой власти, кроме островного Вече. Но еще шла Первая мировая война, и с приближением к острову германских войск свободная республика исчезла, а линкор вернулся в Кронштадт. За считанные минуты собрание переросло в настоящий политический митинг. Идея республики матросов и крестьян воодушевила молодых моряков. Разошлись только с вечерним разводом караулов. Об этом событии в Петрограде узнали той же ночью. Работали осведомители от большевиков, которые телеграфировали в Смольный, главный большевистский штаб Петрограда. Начальник информационной части крепости Кронштадт в Смольный.
Общее количество осведомителей в крепости и находящихся рядом частях составляет 176 человек. Путем работы в воинских частях, учреждениях и среди рабочих ими было обнаружено 153 человека, подозреваемых в различных преступлениях контрреволюционного характера. За всеми установлено наблюдение. «27 февраля сего года на линейных кораблях Петропавловск и Севастополь произошли стихийные митинги, на которых была избрана делегация в Петроград. К тому времени город несколько дней находился на военном положении. Все митинги и собрания были категорически запрещены. Но благодаря тому, что продовольственная проблема была временно решена за счет отъема провизии у тех же кронштадтских матросов, широкое народное недовольство удалось погасить. Моряки добились выдачи увольнительных. Тем временем петроградские власти не теряли времени даром. Самозванцы из большевиков, называющие себя кронштадтскими делегатами, матросами с Петропавловска, начали выступать на петроградских заводах. Они угрожали рабочим. Если те не вернутся к станкам, революционный Кронштадт заставит их работать силой. Разогнав самозванцев, настоящие кронштадтские делегаты собрали несколько заводских коллективов и пообещали им защиту. Окольными путями удалось выяснить, что за несколько последних дней в застенках оказалось уже около 2000 рабочих. Рабочие отвечали только слезами, что показывало, насколько они задавлены и бессильны. В общем, коммунисты превратили Кронштадт в пугало для всей России, каким он в действительности не был и не мог быть. Как только Степан Петриченко и делегация матросов вернулись в Кронштадт, они сразу перешли к активным действиям. На общем собрании было принято решение поддержать рабочий протест и выдвинуть свои требования Совету народных комиссаров и лично Ленину. Петриченко подготовил и прочитал на собрании резолюцию, направленную большевикам. Немедленные перевыборы тайным голосованием всех органов управления государством. Свобода слова и печати, свобода собраний, упразднение политотделов, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей. Ликвидация заградительных отрядов. Свобода для крестьян использовать свою землю и наемный труд. Когда резолюция была озвучена, атмосфера на собрании накалилась. Большевики, находящиеся в крепости, пытались возражать, но матросы их освистали. В тот момент они еще были настолько наивны, что верили, правительство и прежде всего Ленин будут вынуждены принять требования рабочего класса и матросов революционного флота. Большевики успели сообщить о случившемся в Петроград, в Смольный. Оттуда в Москву ушла срочная телеграмма. Из Петрограда, Смольного, Москва, Кремль, Ленину. В Кронштадте два самых больших корабля, Севастополь и Петропавловск, приняли враждебные нам резолюции, предъявив ультиматум – выполнить все требования за 24 часа. Среди рабочих Петрограда положение по-прежнему очень неустойчивое. Крупные заводы не работают. Предполагаем, что восставший Кронштадт скоро перейдет к решительным действиям. Ленин созвал в Москве строго секретное совещание. Даже стенографирование этой встречи не велось. Вместо того, чтобы объявить о проекте экономических реформ и выпустить арестованных рабочих, власти приняли решение подавить матросское восстание в зародыше. Из Западной Сибири спешно был вызван Троцкий. Троцкий Лев Давыдович – практический организатор Октябрьской революции 1917 года. Один из создателей Красной армии. Идеолог мировой революции, военного коммунизма и тотальной милитаризации общества.
В 1920-21 годах председатель Революционного военного совета, второе лицо советского государства. В принятой в Кронштадте резолюции содержался прямой призыв к смене режима в стране. Призвав Троцкого, который был известен своей жестокостью, правительство собиралось показать: большевики не отдадут власть ни при каких обстоятельствах. В первую очередь Кронштадт следовало изолировать. А чтобы забастовщики в Петрограде не поддержали повстанцев, рабочие выступления нужно было срочно прекратить. Любой ценой. Отнятой у Кронштадта провизии хватило ненадолго. И тогда из Москвы пришло срочное указание. Поручить сегодня же ассигновать фонд до 10 миллионов рублей золотом на закупку предметов первой необходимости для рабочих. Послать с этой целью специальную делегацию за границу. Присутствовали Ленин, Троцкий, Сталин. Вскоре в Петрограде и в Москве появились и свежие продукты, и необходимые товары. По личному приказу Ленина рабочим стратегически важных предприятий выдали небывалые пайки – по 2 килограмма мяса, детям – шоколад и сгущенное молоко. Утром 1 марта крупные заводы снова начали работать. Опасности всеобщего восстания, угрожавшего власти большевиков, удалось избежать. Козловскому до конца его дежурства оставалось совсем немного, но принимать у него крепость было некому. Никаких распоряжений из штаба он не получил. Он с нежностью вспоминал дочь, вынимал из кармана шинели коробочку с сахаром, которую маленькая Люля положила отцу в дорогу. Пытался дозвониться домой, предупредить жену, что, вероятно, на пару дней задержится. Дежурство явно затягивалось из-за матросского бунта. Но телефон в петроградской квартире молчал. Козловский вешал трубку, а через несколько минут снова просил телефонистку связать его с Петроградом. На завтра в крепости планировался митинг. Говорили, приедет Ленин. 4 года назад, в феврале 1917-го, кронштадтский гарнизон стал главной революционной силой России. И сегодня матросам казалось, что судьба революции по-прежнему в их руках, что стоит им подняться, и коммунисты будут сметены волной народного гнева. На самой большой в Кронштадте якорной площади еще не бывало такого скопления народа. Даже в 17-м. Несмотря на мороз, собрался весь свободный от караулов личный состав крепости. Больше 17 тысяч человек. Но Ленин, которого ждали, так и не приехал. Вместо себя он прислал Михаила Калинина, которого называли всероссийским старостой. Если матросы и захотят кого-то слушать, то только его. Потому что среди партийной верхушки Калинин был единственным выходцем из крестьян. Калинин Михаил Иванович, профессиональный революционер, участник революции 1905 и 1917 годов. В 17-м занимался агитацией среди кронштадтских матросов и пользовался у них авторитетом. В 1922-м председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, то есть формально глава Советского Государства. Калинин пытался всеми силами сорвать собрание. Видя, что ему не удастся этого сделать, он отказывался говорить на площади и требовал, чтобы митинг был перенесен в Морской манеж. Но собравшаяся масса настаивала продолжать митинг на площади. Видя такое единодушие, Калинин сказал: «Кронштадт из себя не представляет целой России, и поэтому мы с ним считаться не будем». Эти слова еще больше взволновали митинг, и было им сказано, что зачем же они все время говорили, что Кронштадт – самый революционный центр, и что он и есть их оплот, и что они всегда опирались на него. На это ответа не было. Крики «Власть советам, а не партиям!» заглушали все. Калинину пришлось спешно покинуть трибуну.
На нее тут же поднялся Петриченко и объявил: если коммунисты не выполнят требования митингующих, через сутки руководство Кронштадтом перейдет к матросам. А это значит, что мятеж, скорее всего, перекинется на Петроград. И через какое-то время власть большевиков будет свергнута. Товарищу Троцкому, мы теперь убеждены, что события в Кронштадте есть начало восстания. Предполагаем, что уже с утра события станут быстро развиваться. Нужна помощь от вас. Калинин. К тому времени, когда эта телеграмма была доставлена Троцкому, матросы уже взялись за оружие. Поступило предложение не проводить время зря и срочно избрать революционный комитет. Закончив собрание, Ревком отправился на линкор Петропавловск, где был образован боевой штаб. Через час уже было около 800 человек, которым была дана задача занять телефонные станции, арсенал, продовольственные склады, хлебопекарни, электрические станции, водокачки, штабы, воздухооборону, крепостную артиллерию и другие учреждения. В 9 часов вечера город был занят без единого выстрела. В этот же день на первое заседание революционного комитета пригласили всех бывших царских офицеров, которые служили в Кронштадте. Ждали начальника артиллерии Козловского, но он не пришел. Как выяснилось, сменившись наконец с дежурства, он собрался в Петроград к семье. Но на выходе из крепости его остановили матросы и сообщили: в Кронштадте объявлено военное положение, и город закрыт. 2 часа он провел в караульном помещении, не снимая шинели. Дозванивался до родных. Но трубку в квартире на Надеждинской так никто и не взял. Тогда Козловский позвонил в телеграфный отдел и попросил передать записку своей жене Наталье Константиновне. «На некоторое время задерживаюсь на службе. Не волнуйся, скажи Люле, что я ее очень люблю. Она это знает». Телеграфист пообещал передать записку. А в это время на его столе уже лежал текст экстренной телеграммы. «Совершенно секретно, весьма срочно. От предрев военсовета товарища Троцкого. Штаб Западного фронта командующему фронтом Тухачевскому. В Кронштадте мятеж. Будьте готовы при первой необходимости немедленно прибыть в Петроград». Ко времени событий в Кронштадте карьера Тухачевского, самого молодого командарма Красной Армии, казалась законченной. Михаил Тухачевский родился в 1893 году в Смоленской губернии в дворянской семье. По окончании военного училища попал на Первую мировую войну в чине подпоручика. Принимал участие в ряде крупных операций. Был представлен к 5 боевым орденам, получил ранения. В феврале 1915 года оказался в немецком плену, из которого смог бежать только с 5-й попытки. В конце 1917 года Тухачевский вернулся на родину и, оказавшись в революционной Москве, решил принять сторону большевиков. В ходе гражданской войны на стороне Красной Армии с триумфом провел несколько военных операций. В ходе последней крупной операции, которой руководил 28-летний Тухачевский, погибло почти 2/3 личного состава. Это была решающая стадия войны с Польшей за западные территории Украины и Белоруссии. Попытка Красной Армии взять Варшаву. По итогам Первой мировой войны Польша стала самостоятельным государством. Польское правительство претендовало на часть украинских и белорусских земель, которые ранее находились под Варшавской короной. В 1919-м этот спор привел к войне с большевистской Россией. Война шла с переменным успехом, однако главное наступление войск Красной Армии под командованием Тухачевского потерпело сокрушительное поражение. В результате Польша присоединила западные территории Белоруссии и Украины. Тухачевский тяжело переживал и военное поражение, и опалу.
Справиться с переживаниями часто помогало давнее увлечение скрипкой, с которой он не расставался даже на фронте. Мало кто знал, что командарм был прекрасным знатоком Бетховена и неплохим скрипичным мастером. Но в эти дни музыка из его комнаты не звучала. Тухачевский понимал, что ему предстоит воевать против матросов. Тех, кто еще недавно вместе с ним сражался за революцию. Но для него это был шанс реабилитировать себя в глазах партии после Варшавского разгрома. В эти дни английская «Таймс» уже сообщала. В Москве и Петрограде новая революция. Французская газета «Матен» — восстания в России охватили Псков и Смоленск, а Петроград и Москва уже в руках восставших. В России новое временное правительство. Иностранные журналисты не впервые выдавали желаемое за действительное. Французская газета «Матен» сообщила о восстании матросов в Кронштадте еще 2 недели назад, когда там все было тихо. Но сейчас ситуация изменилась. Находясь под защитой орудий линкоров, кронштадтские матросы были уверены в своих силах и в том, что большевикам потребуется время, чтобы осознать ситуацию и предпринять ответные действия. Но Тухачевский, на которого в этой критической ситуации рассчитывало руководство в Кремле, был известен быстротой и жесткостью решений. В этом он не уступал своему покровителю, Троцкому. Прибыв в Петроград, Тухачевский начал действовать незамедлительно. Уже в ночь со 2 на 3 марта, согласно его приказу, по городу прокатилась череда новых арестов. На этот раз брали заложников, родных и близких военных специалистов из Кронштадта. То, что зачинщиками восстания на самом деле были простые матросы, тщательно скрывалось. По официальной версии, мятеж на базе Балтийского флота был организован врагами советской власти — белогвардейцами. Утром на остров Котлин опустился туман. Несмотря на изоляцию, в Кронштадт удалось доставить петроградскую прессу. Из газеты Козловский узнал, что он — глава контрреволюционного белогвардейского мятежа. Покинуть крепость, чтобы оправдаться, он не мог. Да и доказывать что-то большевикам было бессмысленно. Теперь Александр Николаевич уже не имел права держаться в стороне от происходящего. Чтобы спасти семью и себя, оставался единственный способ — возглавить мятеж и победить.